Всем привет! Я Леонардо! Настоящий ниндзя! Жалкие черепашки-ниндзя! В его клане больше 1000 ниндзя! Давай, давай! Лови! Но сначала поставь лайк на видео, и последняя цифра твоего лайка покажет, что ты получишь на этой неделе. Просто попробуй. Поставили? Умнички! Напиши в комментарии, что у тебя, и я обязательно поставлю тебе лайк. А если ты успеешь подписаться на канал и поставить колокольчик за 5 секунд, то завтра тебе придет на телефон 10 тысяч рублей. Скорее подписывайся. С вами Микеланджело, это первый черепаший влог. Были обычными черепашками, но потом на нас пролили мутаген. Спасаем город. Ну, типа супермены, только круче. Подпиской. Ну, то есть меня, чтобы пацаны поняли. Подписка внизу. Сползайте. А теперь и отдыхаем после сложных тренировок. О, пиццу мы просто обожаем. Особенно я. Вот такие приемы. Новое увлечение. Я играю на барабанах. Сыграю для вас. Я просто учусь пока. Они просто завидуют моему таланту. Наш синий. Он самый сосредоточенный и серьезный. Отрабатываю скорость удар. Настоящий ниндзя. Из первого раза. Хай! Потренироваться. Да я и так сильный. Камера. Я сегодня лазил по канализации и нашел. Ну, черепашки, нас четверо. Че четыре. Всем привет, я Леонардо. Ты что наделал? Это Донателло. Самая умная черепаха среди нас. Твой канал на Че четыре. О, это что, камера? Для двери. Отлично, давай сюда. Не-не-не, инструменты. Видите, он что-то здесь все изобретает. Это телевизора делаю. А я придумал, как прокачать наше оружие. Смотри. Слушай, ну я, конечно, не сомневаюсь. Это ультрапрочное волокно. Оно защищает мои руки. Мы все сделали. Ладно, мне пора. Изобретай дальше. Самый крутой из нас. Правда, только он так думает. А ну-ка покажи самый сильный удар для наших зрителей. Удар. Тебе что, жалко, что ли? Ну покажи. Самый сильный удар. Удар дракона. И вообще, какой нафиг влог? Мы должны тренироваться. Пицца. В комментариях, какая у вас любимая черепашка-ниндзя? Давайте, почитаю, если получится выложить. Ну, обалдеть, готовы. Да, я. Ты заказывал, пацаны, с маршмеллоу, кто заказывал? Я не интересуюсь, это моя пицца, понял? Ладно. Грейпфрутом. Что-то новенькое. И моя. Повар арахиса сегодня не пожалел. Тут подумал, а вдруг пицца 99 сыров не существует? Когда не говори. Ну, я пообязательно найдем и попробую. Говорили, что станем совершеннолетними, будем путешествовать. Ну, нам сейчас 15, значит 3 года. Спринтер идет! Быстрее, прячьте пиццу! Утро, сенсей! Молодцы, здоровое питание. Рафаэль, отойди, сенсею нужно в холодильник. Это что такое? Мы сейчас все объясним. За обман. Очистите свой разум, закройте глаза. Итальянец, вот так надо пальцы держать. Ну ты сделай! Тихо! Не-не-я. Ой, это что такое вообще? Просто пить хотелось. Извините. А сейчас вы... Цена! Вы даже помедитировать не можете. У него лед в стакане, он закинул мне за панцирь. Трудности нужно преодолевать, а не жаловаться на них. Можете тебе водички принести? Да, если можно. Тоже мне братья называются. Болваны. Я тебе сейчас помогу равновесие натренировать. Устоял. Теперь я. Я вам панцирь надеру. Не знаю, парни, мне кажется, это как-то неправильно. Извини меня, что я тебя называл шестеркой и занудой. Чью? А это весело. Вы меня достали. Успокойся. Ты что решила, своей палкой пугать? Я драка. Давай, давай. Попался? Лови. Близко. Пацаны. Братья. Молодцы какие. Пятюня. Вы никакие не дружные. Будем оттачивать ваше единение. Пути ниндзя неисповедимы. Мы еще простой веревки. Вы научитесь действовать слаженно. Нет, ты что? Сенсей, если увидит... Поем. Так стоять, как поем? У меня по плану упражнение в том, чтобы мы были едины. И договорились. Давайте. У меня очень важное дело. Ну, скоро. Все. Спасибо, пацаны. Сегодня пройдет во сне. Будем тренировать движение. Видите туалет во сне. Даже не думайте к нему подходить. Где? Как я стал лучшим ниндзя? Хороший вопрос, спасибо. Жалкие черепашки-ниндзя.
Эй, братья, просыпайтесь! 2 часа уже спим! Давайте проверим, кто из нас самый сильный! Давай, что делать надо? Ну, предлагаю, кто разобьет дощечку. Ну-ка, отойди. Делаю. Ты просто ударил неправильно. Слободи! Ну ты не разобьешь. А-а-а-а! Какое совпадение, смотрите! А-а-а-а! Пил, я же с вами спал! А он их подпилил! Мала, налетай! Пойдемте проверим. Это ниндзя из клана Фуд! Что наш злейший враг? Пацаны, походу это просто ниндзя-курьер! О, куда он пропал? О! Вы жалкие лягушки и великий и неотразимый Шреддер! Ага. Приходите в мое логово и получите по заслугам. Написано, который ваш учитель. Ох уж этот Шреддер! В его клане больше 1000 ниндзя! Логично. Хм, ты это стопудово какая-то ловушка. Ребятами решили потренировать единение. Лео? Как день прошел? Было что-то интересное? Да не... Расписание, тренировка. Сенсей, может быть завтра... Что такое? Кто-то еще против тренировки? Не-не-не, давайте сегодня! Меткости. Да, мастер. Пацаны, а давайте, кто больше очков наберет? Наконец-то сенсей дал нам серьезное оружие! Да нормально, это я просто не размялся. О, 5! Эй, 11? Не, это 6. Не воткнулся, а так бы 9. Я вам признаюсь, если честно, я по ночам тренировался. Ты... Дети, скотч! Майк, закрывай дырку, быстрее! Сейчас все сделаем, помогите! Ну, помоги ты ему! Иди косяк, нормально. Ух, спринтер! Ну? Да вот, Раф. А, кстати. Больно бьете-то! Тихо, тихо, полегче. Сам знаешь. Сражайтесь, пока не выявите победителя. Погнали! С таким боем можете сразу задание отдать мне. Красав, Донателло! Сейчас посмотрим на вас. Леонардо, я знаю твою технику. Хорошо, что я не каждый. Финальный бой! У тебя палка — это основное оружие. Просто я умею держать равновесие. Поздравляю. Уборка в туалете. Вперед, победите! Нужно было прогуливать уроки по технике бесшумных шагов. Нужно сразу бить, без всяких там бесшумных шагов. Прогуливал. Конечно нет, пугать вас это так весело. Тренировка на доверие, у меня по сравнению всегда руки болят. Я. Так, давай. Без него начнем, я просто ненавижу эту тренировку. Ай. Хорош. Давай, давай, давай. Чего себе. Итак, шар в лунку. Закрой глаза. Угу. Слышали? Не нравится мне этот шум. Там кто-то есть. Справимся. Тони, ссы. Цыпа, Майки. Кто здесь? Я буду драться. Просто тут пиццерии за углом требуется детский аниматор. Слухи, что там есть пицца 99 сыров. Черепашки, мутанты, ниндзя. Скрываемся, и нас не должны видеть люди. Плинтера прятаться. Только вы это, сенсею не говори. Ну что, все уже? Я скажу. Слушай, Майк, а это ты нарисовал? Не. Живые маски, да? Да. Ну то есть нет. Нет. Поесть вообще ничего нету. Да нету, я вам говорю. Пусто. Ну-ка. А тут у нас что? О, слушайте, брать, я там наверху подсмотрел игру. Вот, кегли, правда, у нас нету. И шара тоже. Поделиться на команды. Хе, я с тобой. Я с Донателло. 2 нетронутые. Теперь ваша очередь. Готов? Готов. Или? 3. 2. 3. 2. Думал, 2 вы сбили. Ладно, играем по-честному. Страйк! Давайте, попробуйте отыграться. Давайте. 3. О, хорош баллоться, пора возвращаться к тренировкам. Ученики, у одного из вас проблемы с гневом. А тебе я и говорю. Гнев мешает сосредоточиться. Донателло, принеси луки. Хорошо. Вот ты не сможешь увернуться. Это сила слова. Так, ты не черепаха, ты глист. Маленький. Его вообще не держитесь. На следующей тренировке я вам покажу. Че? Достаточно. Конечно, молодцы. Конечно, молодцы. Вы обижаете, а? За что? Чего вы обзываете? За что? Учитель. Как ты смеешь приходить ко мне один? Ну ничего, тогда мы сами придем к ним в гости. Слабаки. Наконец-то перерыв. Как это? Давайте хоккей рубанем. Давай Микеланджело, зарубим. Ты учил сенсей. Я в хоккей, посмотри. Майк, а как это происходит? Давай. Что было?
Сплинтер? Сплинтера похитил Шреддер. Ребята! Слушайте, ребят, ну как-то вообще не по себе выбираться наружу бросать. Он будет только рад. Че стали? Давайте! Ребята, походу ты наступил на ловушку. Какой болван поставил ловушки у нас в канализации? Безопасности. Ты че? Нам нужно Сплинтера спасать. Безопасность так, нашей так, канализации. Так. Ребята, да хватит спорить. Сложные, раз ниндзя из клана Фуд к нам смогли пройти. Белые кружочки. Давай, понятно. Панцирь намочил. Так, осторожнее. И ловушку! Осторожно! Не, меня пропустите! Аккуратно! Давайте! Ловушка разминирована. Дай руку! Я тут ничего не ставил. О, ты чё? Чистый! Ходите быстрее! Так, ты так. О, прямо в лобешник! Ты меня ударил! Нужно спасти Сплинтера! А если мы будем разбираться между собой? Ты видел! Я понимаю! Ты можешь ее разминировать? Да, но на это нужно время! Еще чего похуже сделают! Все, я пойду так! За мной! Будьте аккуратнее! Серьезно! На этом моменте все, фантазия иссякла! А почему нельзя сделать так? Точно не поймаешь! Да это не от ниндзя, это от крыс! Ой, братья! Погнали! Оказавшись перед Шреддером, что ты ему скажешь? Пиццу заказывали! Никого! Подождите! Тихо! Стойте! Это же может быть ловушка! Хорош! Теперь посерьезно. Окей! Слышь, Раф, а ну-ка начисти этим двоим! Это было? О, не знаю! А не знаю! Выкуси! Я тебя освобожу! Сенсей, вы как? Финальный бой! А жареных гвоздей не хочешь? Давай! Раф! Почему я вас учил? Главное, единство. Победите его. Кажется, на ужин меня сегодня ждет черепаший суп. Братишка, ты как? Смотрите, ничего, нужна дубина. Ну, четвером на одного с говном не пахнет.